Всем привет! Делюсь рецептом домашнего хлеба на сухих дрожжах. Хлеб по этому рецепту получается ароматным, красивым, воздушным, и готовить его достаточно просто из очень доступных продуктов. Давайте будем готовить! Для выпечки этого хлеба нам понадобится мука, которую я предварительно просеяла, растительное масло, сахар, соль, сухие дрожжи и теплая вода. В мисочку выливаем теплую воду, добавляем туда сухие дрожжи, сахар, соль, растительное масло и все это хорошо перемешиваем. Затем в эту смесь добавляем муку в несколько этапов и начинаем хорошо вымешивать тесто. Вот такое воздушное, мягкое, хорошее тесто у нас получилось. Отправляем назад в мисочку, накрываем пленочкой и отправляем в теплое место, где нет сквозняка, на час. Тесто увеличилось хорошо, подошло почти в два раза. Теперь нужно его хорошо обмять и сформировать из него колобок. Вот такой воздушный, хороший колобочек у нас получился. Выкладываем его на противень, выстеленный пергаментом и посыпанный мукой. Теперь на этом тесте я сверху сделаю несколько надрезов и оставим это тесто минут на 20-30, чтобы оно снова подошло. Прошло полчаса, тесто подошло. Отправляем его в духовку и будем выпекать при температуре 200 градусов 45 минут. Минут за 15 до окончания выпекания я хлебушек немножко сбрызгаю холодной водой и для образования корочки вверх смажу растительным маслом. Хлеб готов. Смотрите, какая румяная корочка. А готовность проверяем вот так на стук. Накрываем хлеб полотенечком и оставляем его до полного остывания. Вот какой хлебушек получился в разрезе, смотрите. Мягкий, воздушный. Хлеб готов, и я надеюсь, вам мой рецепт понравится. Готовьте дома, радуйте своих близких, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного аппетита, до новых встреч в новом видео!